Череповце задержали подозреваемого в краже велосипеда. По данным городского управления МВД, мужчина совершил кражу в подъезде жилого дома на улице Ленина. Хозяйка 90-го года рождения обратилась с заявлением в полицию. Ущерб оценили в 13 700 рублей. Двухколесный транспорт был пристегнут страховочным тросом к батарее. Выяснилось, что к хищению причастен мужчина 92-го года рождения. Его задержали в северном районе Череповца. Он рассказал, что устанавливал в этом доме натяжные потолки, когда собрался домой, решил прокатиться на велосипеде. Трос перекусил ножницами по металлу. В Пятигорском районе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В дежурную часть регионального управления Росгвардии поступило сообщение о том, что представителями поискового отряда в лесном массиве недалеко от села Ошта обнаружены боеприпасы. Обследовав находку, специалисты взрывотехники Череповецкого ОМОН установили: арсенал включает в себя артиллерийский снаряд, минометные мины, гранаты и взрыватели, а также патроны. Боеприпасы в дальнейшем будут уничтожены. «Помоги пойти учиться» – так называется областная акция, в которой приняли участие вологодские полицейские. Стражи правопорядка посетили семьи, находящиеся в непростых социальных условиях. Цель акции – помочь родителям собрать своих детей в школу. В общей сложности сотрудники полиции навестили 3 семьи, где с ними встретились 4 школьника. Офицеры вручили детям канцелярский набор и поздравили с началом учебного года. Сотрудники МВД пожелали ребятам хороших отметок и напомнили о важности получения знаний, а также необходимости соблюдать правила безопасного поведения во дворе и на дороге.